Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект ксенона от компании Brevia на цоколь H11, температура свечения 5000 кельвинов. Артикул 159-52. Комплект поставляется в фирменной прочной упаковке. Внутри у нас вот так вот все упаковано. Так, здесь находится инструкция со схемами подключения. Также гарантийные талоны. В комплекте идет две ксеноновые лампы мощностью 35 Вт. Они идут в защитных колпачках. Подключается на питание 12 Вольт с помощью вот таких вот проводов подключения. И к блокам розжига идут три коннектора. Коннекторы типа CAT, есть еще коннекторы AMP. Вот в комплекте также есть блоки розжига. Они идут Super Slim. Самые маленькие, которые есть на данное время для комплекта ксенонов. Они идут мощностью также 35 Вт и подключаются к лампе ответными тремя коннекторами. В комплекте есть также монтажный комплект. Это металлические пластины и винтики, болтики для крепления. Вот сейчас давайте мы подключим одну из ламп к блоку. Все это подключается очень просто. Разъем в разъем, разъемы все индивидуальные, то есть не перепутаете. И у нас лампа готова уже к подключению и подаче питания 12 вольт. Что мы сейчас и сделаем, подключим, визуально посмотрим, как она будет светить. Так, подключаем питание 12 вольт. Лампа у нас загорается. Видим, сейчас оттенок с голубым идет цветом, но сейчас наберет свою мощность и яркость, и световой поток станет чисто белым, как и заявлено производителем, то есть температура свечения будет 5000 кельвинов. Яркости, конечно, ксеноновым лампам не занимать, поэтому после установки любого комплекта ксенона нужно корректировать фары в идеальности. Конечно, устанавливать ксенон сугубо в линзу, дабы была правильно светотеневая граница и вы не слепили других участников движения. При покупке на комплект распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.